Да, это свой был, блин. Ну, мы победили, тем не менее. Японский городовой, его ж снесло просто. Ой, хорошо, пошло дело. Здорово, Квириты, это, короче, батя. Вот у нас, видишь, дипломатическая миссия. Успешная. Так, сейчас я кое-что сделаю. Вот так вот, и все. Дипломатическая миссия успешная, как ты видишь, да? То есть это у нас торговое соглашение вот с этими, которые с каким-то крестом. Это Малага. Торговое соглашение заключено. И, может быть... Альянс, шанс 16%. А вот эти голубичи, оправдать цель войны, да? Оправдать. Ваши дипломаты отправились в голубичи, цель дипломатической миссии, оправдать цель войны, время до совершения, уровень отношений между двумя, договор о дружбе. Вы можете отправить взятку, чтобы повысить шансы на подписание контракта. Я не пойму, в чем смысл такой механики оправдать вот эту вот цель войны. Очень странная штука, между прочим. Так, подожди, стоп. Дипломатия. И что эти голубичи, допустим, да? Че вот они? Оправдать цель войны. Это как клеймсы, что ли, в Крусейдере? Я вот не могу понять. Исходя из вводных вот этих вот. Так, вот давайте 117-м просто на раков пойдем, да и все, короче. Весь план мой, собственно. Вот. А. Так, не, давайте сконцентрированно, короче. Прикинь, вот так. Пойдем все на этот. Так, 23, это что у нас? А, какой там 117-й? И 110-й? Все. А, почему вы так пошли? А, вот вот так пошли. Так, смотрите. TC News, World Business, там туда-сюда. Провокации на границе. Три новых завода. А, произошла ошибка, мы принесем официальный... Так, этот ультиматум выглядит смешным. Все, мы напали. А, да. Война — единственное решение для дальнейшего развития нашего государства. Уже через пару месяцев наша армия будет маршировать в их столице. Теракт в Самбро. Так, ну и пошли. Чё? Так, подожди. Чё-то она это... А чё они не дошли, не дождались-то этот? 55-й батальон, это 170, 240. Ну, у нас транспорта больше. Давай попробуем. Если нет, то нет, то... Просто это первые вообще шаги, я ее вот купил сегодня, как бы. Записал один видос, и сейчас вот второй, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Из раков там... Этот на Стэтхэма, кстати, похож в папахе, который у них там. Давайте посмотрим, как выглядит это все дело. Потому что... Так, это вот уже какие-то предместья этого Ракова, какие-то вот тут панелечки видно. Видно, уже мужичок стоит на готове защищать свой родной город. Ну и давай тогда, чё. Sir, yes, sir. А где авиация у нас? Где вот это все? Опа. Пошло дело. Смотри, как это обрабатывают хорошо. Хорошо обработка пошла. Отлично. Опа. Хорош прям, хорош. Разворотило. Они эту позицию увидели, да? Ага. Да. Ну чё, неплохо начали. Давай тогда не будем, так сказать, эскалацию. Пока идет хорошо. Так, это вы кто? Это вы вот здесь, да? Сколько это отрядов? Вот так вот. Будем заходить вот так как-то с этого, с обхода. Но тут пока нормальный разлом идет этих панелек. Между прочим. Вообще здраво, я бы сказал. И
японский городовой. Его ж снесло просто. Ой, хорошо. Пошло, пошло дело. Ё-моё. У них тут огневые позиции-то ужасные просто, потому что это... Пока нормально. Мы никого не теряем. Будем тогда... Пока есть чем, будем бить. И все. С дистанцией. Ё-моё. Охренеть, блин. Фу. Так, это где? Это у нас далеко? Едет? Так, эти мужики где тут? Давайте их. Вот так вот. Пока подбирается к ним жопа. Очень даже. Ну вот уже чувствуется. Но я честно ожидал, вот если это столица, я думал, что тут как-то как прям город проработают. Да, а тут как бы этот... Ну, очень маленькое это, то есть как бы некие предместья даны, да, некий ПГТ, даже не ПГТ, а натурально, да, такой этот спальник, отделенный от всего города, ужасный район с дешевой землей. Ну, а возможно, так столица их выглядит, не знаю. Так. 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 Прямое управление. Стоп. Подожди. Вот тогда так встанем, да. Так, пошло, пошло опять. Так, эти. Эти сюда. Смешно будет, если мы вот так вот этот практически без потерь возьмем. Вообще будет классно, честно сказать. Так, а что сделаем, может, этот? Попробуем, по крайней мере, да? Попробуем их сделать. Ага, 100. 150. Применить. Ага. Ну, это в следующей битве, наверное, уже будет, да? Так, ага. Ага, пошло, пошло подкрепление, вот они. Так, вот вы, да? Ага. Ага, ага, ага. Сюда давайте. Вы давайте двое сюда. Вроде неплохо начинается все. Вроде неплохо, да? Вот так, наверное, пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот у них позиция еще, сволочи, сволочи. Так. Будем тогда подбираться вот к этому. Что у них тут? У них тут пехота. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, с этот, Friendly Fire, видел? Так, ну их значительно меньше становится. Может, удастся взять еще это. Только стратегически, я вам честно скажу, я не представляю, что делать дальше. Ну, если раков даже этот взять сейчас, да? Там все войска надо стягивать. Будет ли это как-то влиять, что я там никак не объяснил ни цели войны, ничего? Не знаю. Так, подожди. Угу. Так, где там вы? Вы идете? Вот два отряда, да? Как ими? Почему они не это?
так, наверное. О, пошло, пошло, тут что-то... Это отличается от всего, я реально говорю тебе. Оно как бы этот... Вот я сказал маунт только в современности, но оно вообще ни на что не похоже, вот так, если откровенно говорить. Это очень самобытное нечто. Очень самобытное просто. Так, давай попробуем поуправлять за ним. Попробуем поуправлять. Так, оп. А где они там вообще? Так, оп, тихо, стоп. Убери. Не видать никого. Никого не видать. Так, а где сторона города-то? А, вот она. Так, разворачивай. Вот так вот. Ну-ка, в сторону города. Так, ну свои не давятся, это мы помним. Так, ага, вот. Позиции, позиции-то вот они где, да? Так. На подавление. Вот, пошло. Вот, кого-то я зацепил тоже, кого-то... Пошло. Хорошо. Так. 100 метров, 140. Подавляем огнем. Подавляем. Вон что-то шевеления какие-то там пошли. Вон. Вижу шевеления. Вон. Шевеления закончились. Хорошо, заряжаем. Зума-то нету еще? Нету зума. Так, ну никого пока не цепляет это, да? Так. Я наугад бью, честно скажу. Я пока там не вижу никаких этих. По крайней мере, где-то же они в этом городе еще остались, правильно? Так, пошло дело. Вон там шевеления какие-то, да? А вроде и нет. Так, ну-ка. Если вот за этим, за вот этой панелькой проехать. Так, вон там, нет? Зияет что-то там, или пустота зияет. Так, ну вроде никого. Опять-таки... Вот что вижу, то обстреливаю, короче. Нет никого вроде. Так, забор. Потом починят. Ага, вот там что-то. Там что-то. Ох ты, тварь-то ты такая. Я ж... Сука. РПГшечник. Вот дистанция. Вот вам, пожалуйста, дистанция. М. То есть я просрал. Ничего, вся техника была, я просрал целый этот. Так, давайте. Фу. Так. Ну, как-то так. Их все равно остается слишком много. Ну, мы поравнялись. Их изначально было больше, да? Тоже хорошего мало. Хорошего мало. А вот их уже поменьше. Так, как это сделать? Фу, это нелегко. Так, ну все, давайте это. Блин, они в леса уходят, что ли? Или что происходит вообще?
Так, это я понимаю, что не самое лучшее, что у меня получалось, это ездить внутри города там, да? Мне опять сейчас чувак с этой сраной РПГшкой где-то будет обязательно. Так, ну вроде нет. Опять-таки. А, вот он! Вот он же, да? Нет, никого. Просто движуху охота какую-то навести тут. Это ж великий тактик. Так. Наверное, в этом где-то укрылся кто-то, нет? Вот они! Вот они! Подлетел на воздух. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой, я опять как профукал. Да вот, вот эта скотина опять. Опять вот эта скотина пятнистая. Так, надо что-то, что-то делать. Крайне тяжелая штука. Так, под... Да подожди, не так же. Бинокль достань. Вот и у меня РПГ появился, кстати. Я не знаю. Там кто-то есть вообще, нет? Здесь есть. Так. Где они? Где они? Опа. Поехали, да, вперед? Так-то их меньше уже, конкретно меньше становится. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Вот мне надо за этот танк играть. Вот что я понял. А, это ж арта. Это арта, блин. А что вы сразу с артой-то? А это что, морская пехота или что там за якорь-то вот это? Ё-моё, как трудно-то, а как потно уже становится. Ё-моё, что происходит? Так, давай-ка ты это, но обрабатывай. О-хо-хо-хо-хо, нормально. Почему разрушаемость-то такая низкая? Она бы, эта панелька уже бы на атомы бы растворилась бы вообще бы. Вот это вот надо, ублюдство. Вот он, вот этот гаденыш. Вот кто виноват во всем, кстати. Давай по нему. Артой прямо, да. Где авиация у нас, кстати? Непонятно. Давай. Давай по нему. Блин, чё он такой неубиваемый-то? Как, блин, вот по нему не попасть в натуре. Так. Это болото какие-то. Ой-ё. А чё вы стреляете-то вот так? Блин, кто попадет-то по нему, нет уже. Смотри, у него снесли же эти. Тут же были какие-то мешки. А он все стоит. Что за дела? Или это не там? И он здесь был? Опа, рядом. Тебе не страшно, пацан? Ты че? Со своей двухстволкой стоит, блин. Пес такой. Давай. Вон их сколько псов, смотри. Охренеть. Давай по ним, короче, лучше. Вон еще что смотреть. О, ты смотри, как... А, это уже раскуреженная она, не. Так, ну передвигаются, видно их, но... Фу.
как ты, что ты сюда едешь-то? Ё-моё, куда он поехал? А как этим управлять? Это вообще жопа. Не, им надо наводить лучше. Ну. А, вон она вражеская-то. Вот по ней надо в первую очередь. Вот она попадает, эта сучка где. Арта вражеская. А чё? Чё это? Вот эту надо, ее убить точно. Ё-моё, вообще какая-то пирова победа, если вообще победа будет. Так-то кончитосное у меня это действие было. Ну блин, мы же играем, смотрим, как оно все вообще. Так. Наверное, вот так. Загоняем, короче, в город пацанов, потому что я не знаю, что еще делать. Так, наверное, как-то. Так, арта, интересно, справилась ли? Ну, сука, до сих пор работают. Ты смотри. Вы чё, давайте это, вот что оно стоит-то? Еще танк добавился. Еще вторая арта, блин, это даже не танк. Вы чё? Чё они так активно работают-то? Мне не нравится это. Алло. Так. Что за дела это? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что творится. Они конкретно за нами палят. Так, ну мы идем захватывать то здание в центре, поэтому арту надо уничтожить. А мы сейчас пойдем и разворотим этот. Где там пихтура-то? Так, это наши, да? Это кто? Наши, нет? О, это нифига не наши, блин! Ну что такое-то? Ну что за херня? Я слишком поздно это осознал. Они как-то уже... Как-то уже научились они воевать за это время, блин. Твари такие. Кошмар, просто кошмар. А я туда уже... Народ у меня в этот идет. В город, да? А где люди-то вообще? Ой-ой-ой. Прямое управление, встать, направление отряда, лежать, отступить, удерживать. Так, кто-то заходит в город вообще, да? Кошмар вообще, какой-то кошмар просто происходит. Форменный этот, форменное пекло, блин. И вдобавок этот, вот они неубиваемые, что ли, какие? Что происходит? Что происходит-то? Где вы, твари, там находитесь-то? Надо вот на них прямо это самое ехать. Прям на них ехать, вот эту арту надо убить прям вручную, раз это не получается никак. Нас уже меньше, чем их. А нет, подровняли чуть. Ну это жопа. У нас так-то изначально меньше гораздо было. Ну давай попробуем сейчас арту взять руками, так сказать. Вражескую, да? Мы правильно едем, нет? Да, вон она, походу. Ах ты, тварь-то, ты посмотри, что творится, а? Кейден Уолкер. Вот один человек, то есть с РПГшечкой. Это насколько коварные вы. Кошмар, вы вообще бессовестные, вы чё? Ой, я в центре города. Тихо. Так, какие-то тут купеческие дома, как у нас говорят, да? Старинные. Так. Это наше все. Опа-на. Разворотило конкретно. Ой-ой-ой-ой. Так. Не понять, что вообще, что куда.
Так, ага. О, кошмар. Просто кошмар. Нас меньше уже. Позор, позорная война вообще. Вот те и раков, блин. А сейчас наши там подойдут же уже там. Там нельзя было, надо всеми батальонами было это делать. Так. А, это стоп, 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 это свои. А где враги? Вот они. Вот враги. Так. Нас гораздо меньше уже стало. И некому подъезжать, походу. Так. Где я? Все, понял, где я. Сейчас я хитрый маневр. Это последний, так сказать, последний полет орла, как у Наполеона был. Сейчас вот мы подобное развернем сейчас. Да-да-да, fire, fire. Сейчас мы этот танк им загоним в задницу. И вот эту арту мы уничтожим. Гениально. Гениально, это был пень. Я подумал, что это кто-то из наших. В общем-то, восстание, фон. Мятеж-то мы эффективно подавили, но всю политическую стабильность мы сейчас растеряем, если вот так вот будем продолжать. Надо будет загружаться, мне кажется. Если что-то мы хотим, чтобы... Тихо. Это враги, между прочим. РПГшку не бери, тварь, не бери, не бери. Дави его, дави. А чё это, пулеметы-то у меня работают? Нет вообще, суки, вы чё? А мои вот эти гранатометчики где? Не могу понять, эффективные. Чё происходит? Так, давайте-ка мы спасемся бегством, вот чё я думаю. А сейчас, так как они измотаны, а у нас новый полк подходит. Даже там целая дивизия, блин, мотострелковая. Какая там, 117 или какая? Мы сейчас... Это вот-вот-вот. А, батальон 110 идет. Да-да-да, мы сейчас это... Так ты отступи, ты что творишь-то? Ой-ой-ой, этот звук мне крайне не понравился. Так, а вот, смотри. Вот идет, да? Вот-вот, это я понимаю. 230 на 37. То есть, они, оказывается, по очереди вообще все подходи. Надо было все в один объединять. Вот это урок, то есть, тоже. Оказывается, тут такая дурная система. А я привык в Mountain Blade, что они вот так подходят. И все, кто в каком-то радиусе, они тоже будут участвовать в битве неминуемо. Вот я так к этому привык. Ага, ну сейчас-то мы вас, сук, изморим так, что вы вообще, вы охереете сейчас. Вы что ж творите-то со своим раковым? Вы сдавайтесь. Сдавайтесь. Вот 230 на 37, это я понимаю. Вообще можно не тешиться. Заезжать как победители. Вот так вот, да. Давай, ехали. Ой-ой-ой, это что за... Опа-на, это кто такой? Японский городовой... Стоять, стоять, стоять! Алло, алло! Тихо, 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 тихо! Чувачок! Это какая-то мега-артиллерия, посмотри. Стой, стой, стой! Вот. Вот по этой давай. Ой, эти, вот это опять это, та арта, давай отомстим ей. Давай, ты должен со своей мега этой. Слышишь? Где она? Чувак. Где вот это? Разворачивай ее. Давай, давай, давай. Вот с этой всеми ракетами. Смотри, смотри, что творится. Вот. Вот. Как ты мажешь-то, чувак? Ты как мажешь-то можно? За такие мега-ракеты. Что за разброс, блин? Давай, я жду результата. Жду, что эти гаубицы сейчас провалятся в пекло. У тебя там сверхракеты. Давай. Давай, давай, давай. Ну? 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 Ну что происходит-то? Сколько ты будешь перезаряжать?
Долго это будет, нет? Чувак, куда ты их ведешь-то, блин? Куда ты поехал-то, скотина? Ой-ой-ой-ой-ой, не просри такую технологичную штуку-то хоть. Так, а ты давай это самое. Давай сюда. Давай, давай, давай. Так, за нее как? Подальше, подальше от вас, сволочей, со своими РПГ. Не надо мне тут калашматить ее. Она, блин, слишком хороша для этого. Вон они, где? В той стороне. Тихо-тихо, не угробьте ее! Давай по этой арте херач, тут уже по прямой тебе, ну. Давай-давай-давай-давай. Давай, жду результата. Жду результата. Да, блин, ну так рядом попадает, вообще не в тему. Че, ты их не видишь, что ли, или что происходит? Давай. Алло, они тебя убьют сейчас, скотина. Ты че? Ну? Что происходит? Так ты чё, говнарь-то, не стреляешь? Ну, no problem, так давай, стреляй, ты чё? Ты охерел, блин, нет? Ну ты охерел, давай, мочи их, этих козлов. Ну, фаер, блин. Какое-то кончатоство начинается, блин. Так. Давайте, приближайтесь. Давай! Чувак, давай, начинай. Может, сейчас начнет, нет? В чем дело-то? Кто? Может, кто-то знает эту игру? Может, кто-то объяснит, что он так делает? Почему? Кто-то стреляет уже по бочинке. Ты начнешь, нет? А чё происходит? Чё происходит? Так оно рядом уже, ты чё? Слушай, ты чё? Вон же они уже. Нету боеприпасов. Вот ты придурок-то, блин. Нахер ты мне сказал-то это сразу, что ты бесполезен. Капец. Вот тебе раз, блин. Так. Офигеть, блин. Офигеть, блин. Так, вот еще подкатили, да? Че, прикрывайте тогда его, че? Вот по нему тогда давайте. Вот, пошло дело. Вот уже. Вот, давай. Не знаю, с РПГ ли это, но хотя бы попытались. Ё-моё. Вот, отлично! Наконец-то! Эту клятую артиллерию уже приручили, блин. Давай, вот. Это тоже лупи, блин. Давай. Не, сейчас возьмем. Ну чё, мы только 10 человек убили у них. Так. Это кто там? Так, 25 осталось. Ой-ё. Friendly fire опять.
А-ха-ха, взяли, я только про него хотел. Фу, офигеть. Потно, блин. Чё их уже, считай, не осталось. Так, ну все, можно как бы это. Кто там? Сейчас в стиле Джона Рэмбо. Кто-то? Вот ты остался, что ли, с катабазом? Кто еще остался? Кто здесь сопротивляется? На втором этаже, что ли, ну? На третьем? Походу здесь, да. Кто остался-то? Кто остался? Не могу понять. Вот мне на четвертом, значит, слышно кого-то, да? Слышно, что кто-то, сука, стреляет. А кто стреляет-то? На каком этаже-то? Слышно же, что здесь, на этом, вот в этом здании кто-то есть. Слышно прямо. А чё, в чем дело? Ой. Ой, жесткое. На одного человека. Так, в принципе, я его так могу убрать. Ой. Да, это свой был, блин. Ну, мы победили, тем не менее. А я на него и арту вызвал еще. Так, ну и что будет? То есть Раков будет взят, типа, да? То есть нашими войсками все под контроль. Это же их столица. Пусть немедля признают меня, так сказать. Все, мы взяли Раков. И что? Далее у нас. Островец. Так, это у нас 14-й батальон, да? Это у нас 14-й батальон. 103-й. Ну и все, у нас как бы вообще все войска подняты, считай, да? Это уже не наши. Так, ну вот. Создаем тогда, да? Все. То есть 117-й победоносный. И чё, какова их реакция-то вообще? Неужто так легко будет? Давайте соединим их тоже. Не, подожди, в 103-й наоборот. Вот так вот, да. Всё. То есть у нас 3 батальона, получается, на всю страну осталось. Так. Вот так вот как-то. Рассвет. Город Рассвет. Ну и что у нас тут? А, ну тут вообще нормально будет, да? Тут вообще будет нормально, потому что это можно даже вот так сделать. Да? Все взяли, да? Взяли, конечно, взяли. Злобичи остались. И островец, ага. 28 это. Так. Ну, давай тогда. 14-й. А, все, уже не вмещается, да? Ну, давай тогда 103-м по этим злобичам. Неужели мы всю страну завоюем? Я как бы на средний же уже выставил. 64 это. Ага. Ну и что там? А, производство, смотри, что. Так. Ракет у нас там не хватало. Руда, алюминия. Я не знаю, все нужное, все. Все нужно. В чем дело-то? В чем дело?
Подожди, нам боеприпасы нужны вообще. Вообще непонятно, блин. А чё красным-то горит оно? Так. Ну, давайте в следующих тогда уже, так сказать, сериях это посмотрим. А так вообще дипломатия. Вот мы воюем, да, получается, с голубичами этими, да? Перемирие, 15% успеха. Но они не согласятся, уже проще их завоевать всех сразу. Вон 21 идет этот. Кстати говоря. Опа, подожди, что это? Захватническая политика. Так, Совет Безопасности Камбридии выдвинуло обвинение. Так, проголосовали о отношении. Вагарсия покончил жизнь самоубийством. Прежний президент Камбридии Аслан Вагарсия. Та-та-та-та-та. Наша победоносная армия сообщает о полном контроле над очередным городом. Ну и чё? И чё вот? Никто не смеет осуждать нашу республику. Эти завоевания были необходимы для развития нашего государства. Создать конвой. Что это такое? Зачем? Опа! А вот это интересно уже. Вот это вообще интересно, блин. В Злобичах будет заруба. Это невероятное. Но это в следующей серии. А пока что все. Пока, квириты. Самое время подписаться на остальные мои ресурсы, Квирит, например, на мой блог. Также можешь прочитать бесплатные фрагменты моей книги или приобрести ее. Все полезные ссылки в описании.